В галерее «Серебряный век» открылась международная выставка участников кокелевских пленэров. Подробнее в сюжете Юлии Важениной, а я с вами прощаюсь. До завтра. В галерее Национальной библиотеки Чувашии несколько десятков произведений участников 11-го Кокелевского международного пленэра. Здесь представители России, Украины, Белоруссии. Среди них и признанные мастера, и молодые живописцы. Кокелевский пленэр проходит ежегодно на родине художников в селе Тарханы Батыревского района Чувашии. Он уже давно стал художественным брендом республики. На этот раз выставка приурочена к 105-летию картины Кокеля «Чайная». Выставка мне очень понравилась. Все художники достойны, собраны замечательные картины, радуют глаз. Я уже не первый раз на таких выставках. С удовольствием хожу, привела своих детей. Быть традицией и культура. В этом году участники пленэра сделали акцент на родных мотивах. Мы вот на выставке представляем свои работы, которые сделали в рамках этого замечательного проекта. Замечательный он тем, что собирает очень хороший круг людей, художников из разных стран. Мы представили две работы. Вот у меня работа «Печка», посвященная теме вечной, хлебу, дому, материнству, теплу. А у Юрия Леонидовича вот он тема воды. Моя работа, как бы, наверное, в общем контексте. Она о воде, о том, что есть память предков, есть память прошлых, как бы, хорошего прошлого, хороших событий. И мне хотелось в этой работе показать, что и вода, конечно, так сказать, сама по себе существует, она важная составляющая. Если вы не успели оценить работы художников, у вас еще есть время. Выставка участников Кокелевского пленэра будет длиться 3 недели. В следующем году ее можно будет увидеть в Минске и Гродно. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.